День добрый панству! Особое место в польском языке занимает грамматика. Особенностью польского синтаксиса, что отличает польский язык от украинского и русского языка, является использование глагола связки «быть». Сейчас мы с вами рассмотрим более подробно формы этого глагола в настоящем времени. Часовник «быть» в личбе поединчей, в единственном числе. У нас в первом лице форма «естем» – «я есть», во втором лице форма «естеш», и в третьем лице «он», «она», «оно» – «ест». В личбе «многие» во множественном числе первое лицо «мы» – «естеш мы», во втором лице «вы» – «естеще», и в третьем лице «они», «оне» – «сон». Отличием польского языка от русского языка украинского является то, что в предложении типу «я студент» мы используем глагол связку «быть». «Я естем студентем». «Я студент». «Он ест учнем». «Он ученик». «Мы естещмы научителями». «Мы учителя». Более подробно об использовании глагола «быть» вы можете узнать на занятиях курса польского языка от Евростати.